и все, и пушка начинает бить уже косо. Да. Вот я тогда возьму арту. Вот как хорошо. А вот и крузер стоит. Да, надо было выстрелить. Ну, кто-то ведет по нему огонь. Ну, там что-то 18, а ну попробую. Косо-косо пушкой. Ну, так я понял, с этой пушкой... О, вот крузер. Пока меня не видит. Косая. То есть, как только... Я уже понял смысл. Чтобы точно стрелять, вот как только свелся, сразу надо выстреливать. Да, она более-менее точно стреляет. Так, где-то там должен быть. Так, кто у нас? А, вот и крузер еще. Он как будто чувствует, что я свожусь на него и уходит. Мы хорошо ведем. Осталось 3 фрага. Так, ну что, я думаю, съезжаю я вниз, попробую, еще так никогда не пробовал, задом, но дать вперед газу. А, все равно удар. Все равно удар, сильный получается. То есть надо более пологое место искать, чтобы вот так вот скатиться. Ну ничего, просто решил проверить. Тут у нас Т2 медиум. Остался и Т-18. А, вижу, Т-медиум, вижу. А, все, уже забрали. Т-18. А вот, пожалуйста, вот Т-2-медиум сейчас. Я понял. Так, попробую. Так как он меня будет выцелить, я пробую на ходу у него. И прятаться. Ну что, победа на Малиновке. Тут, конечно, уже процент побед 64. В том бою я получил мастера, не успел зафиксировать. Я думаю, так же самое в этом бою проблем не будет в победе. На этой карте я всегда беру правый фланг. Есть пару местечек интересных. То есть играю по определенной стратегии. Если она перестает работать, я тогда выбираю какую-то немного другую. Иногда меняю. То есть даже на старое место бывает, что не прихожу. Потому что новая стратегия более интересна. Больше вариантов выиграть. Но пока меня устраивает. Вылезти вот здесь вот с левой стороны на горочку. И вести пока оттуда наблюдение. Но не постоянно сидеть. То есть, может быть, минутка, может быть и меньше, может и больше. Но потом, естественно, ехать на вражескую базу. То есть, самое главное в этой игре терпение. Я не являюсь каким-то светляком, но по пробиванию танков пушка хорошая. Так, БТ-2 уже обходит правый фланг. Засветов противника нету. Прекрасно. Тогда и я поехал. То есть практически вот эта вся сторона чистая. А вот пошли, вот где пошли засветы. Так, здесь пока еще не останавливаюсь. Тут разве что можно вести огонь, вот встал за кусты. Не быть засвечен, потому что если я сейчас засвечусь, ну как хорошо идет. Есть. Засвечусь, естественно, отсюда быстро уйти я не смогу. Так, вроде бы тишина. Так, пошел уже крузера нашего. Да, то есть БТ, а не БТ2, ага, пошел в сторону. Так, крузер вот пошел вперед. Ну, прекрасно. Вот прекрасная стратегия. Вот два справа, слева. Я попробую центр взять.
Есть наступательные такие. Движение так, потом не светится. Ага, ПЗшка возле церкви. Т-18-я. Где-то еще. Ах вы. Вот этого надо убрать. Так, он по нашей команде так хорошо. Выходишь? Как хорошо. Еще и бочком. Ты не повернешься тогда. Так, кто у нас там еще ПЗ? Берем ПЗ. А, ну тут я. Меня тут и засветить можно. Всего 165. Ну, о, как хорошо горит. О, как дымок. Троек, четверок, двоек, единичек. Так. Меня никто не подцепил. Немножко за горочкой. Так, попробую еще раз его. Ну, 33 хп осталось. Попробую отсюда. А, все равно засветил. Да, то нужно отсюда уходить. Вот я уже получил. Т-26. Вот вовремя из-за света вышел. И обхожу справа фланга. 100% он будет на левой стороне от меня стоять. И смотреть туда. Оно так и есть. Ха, вот ты и прямо. Я тебя поджег, я тебя и добью. Так, надо отсветиться. И подвигаться в сторону вражеской базы. По краю правого фланга. Вот как раз двое идут. Крузер. Т-18. Прекрасно. Ну, на саму базу прямиком, конечно, я не буду идти. Надо мне отойти подальше. Сейчас Т-18. Никто. Посмотрим, кто нам немножко подсветит. А, о! Т-26. Ух ты. Башню отобрал. Так, забрали. Ну, еще 4 фрага есть. Так, что-то никто не засвечивается. Так, крузер идет вперед, правильно. Света так и нету. Ну, тогда я тоже еду вперед. Возможно, они вообще ринули на нашу базу. Трое, ну, в принципе, на базе там немалое количество. О, и прекрасная тут горочка. Смотрите, только вот башню чуть-чуть показываю. Стоит МФ-32, но, конечно, тут броня. Не пробил. Я его не могу взять ниже. И в саму верх башенки тоже попасть очень тяжело с такой пушкой. И смотрите, голдой. Голдой не пробивает. Не пробил. О, вот где-то вот справа я его взял. Ладно, бесполезно, перехожу на ББшки. В принципе, что тут ББшками, я смотрю. Броня не пробита. Да. Как уж легко его пробить. Вот если бы бочком повернул. Броня не пробита. О! Пробитие. Смотрите, как прямо входит снаряд. Это уже без медведя. А, кто там еще? О! Да. Не понял. Какой-то снаряд улетел, непонятно куда. Так, все, победа. В этом бою я получил первый знак классности. Нанес противнику урона больше, чем просто собственной машины. Получил костолом, повредил бою не менее 5 модулей или члену экипажа противника. 9000 серебра, чистыми 8 склонений. Ну, я думаю, 509. Набил, 26 произвел выстрелов. Считаю, что бой прошел хороший. Все, если вам понравились эти видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.